Добрый день! Ко мне на обзор приехала вот такая мясорубка Polaris PMG2546. Как написано на упаковке, ProTech Technology. Обеспечивает обработку до 2,7 кг в минуту мяса. Ну, посмотрим, как она обрабатывает. Есть функция реверса. Пригодится, если что-то застряло. 2,5 кВт. Ну, написано 7 в 1. 7 в 1, это имеется в виду 7 насадок. То есть есть 3 разные металлические насадки. Так, наверное, лучше видно. Отставить 3 разных диска под фарш разной консистенции. Плюс насадки для приготовления колбас. Тоже 3 штуки. И одна насадка для приготовления кебби. Посмотрим, что такое. Ну, реально по жизни. Обычно используются насадки для приготовления фарша. Погрубее, помягче. Несколько раз прокрутить. Больше раз прокрутить. Открываем нашу коробку. Значит, что мы имеем? Инструкция, которую никто обычно не читает. Паспорт, хотя полезно. Так, вот первые два диска. Значит, вот диск совсем прям маленький. Отверстия. Вот отверстия побольше. В упаковке, наверное, дальше найдутся следующие. Так, это у нас, я так понимаю, насадка для того самого кебби приготовления. Ну, когда распечатаем, посмотрим. Так, выкидываем в коробку. Обещают, что все тут из себя такое металлическое. Да, вот на самом деле. А, вот она и третья насадка нашлась. Она установлена прямо в мясоприемник, так сказать. Значит, вынимаем все это дело из пакета. Вот такой вот мясоприемник. Металлический. Шнек тоже металлический. Откручиваем. Откручиваем. Ну, металл не очень толстый, но тем не менее. Значит, так, вот третий диск. Третий диск самый большой. Вот самые большие отверстия, это вот такие. Так, тут же у нас нож прячется. О, вот, значит, что хочу сказать. Была у меня одно время мясорубка, скажем так, отечественного производителя. Уже не помню бренд, поэтому врать не буду. Значит, вот у него вот в этом месте соединения была очень гениальная вещь. Вот здесь вот была пружина. И вот на эту пружину наматывалось столько жил, и постоянно это все приходилось вычищать. В общем, мясорубка это отправилась в конечном счете на помойку. Ну вот, посмотрим, как будет работать это. Тут наматываться вроде бы некуда, потому что тут этой пружины нет. Тут вот все плотно. А уж как это будет все работать, это мы посмотрим по факту, когда все это дело соберем. Ну, металлчик такой не тяжелый. Посмотрим, так это крепится на сам мотор. Вот сюда, наверное, надевается у нас еще. Сюда надевается вот что. Это у нас насадки нашлись. Вот они тут разные насадки. 3 штуки. Вот, могу вам показать. Вот они разного калибра. Это подталкивать мясо. Такая вещь. Ага. Это вот интересная вещь. Это, как обещают, для удобной очистки дисков. Ну вот, пожалуйста, вот на разные диаметры. На один диаметр половинка, на другой диаметр, на второй. И на третий диаметр самая большая. Вот ее можно очистить целиком полностью. Наверное, предполагать, что это всегда будет использоваться. Так. Все у нас гремит. Все у нас грозит. Так, собирается вот так. Вот. То есть, интересно, что. Значит, вот она полностью металлическая. Вот сейчас вот эту вот вещь делают пластиковой, но тут вот мясоприемник, он вот такой вот полностью металлический, большой. Ну, это, по-моему, алюминий. Врать не буду, но такой металл, конечно, толстый, но легкий. Вот такая вот конструкции. Как это себя покажет в эксплуатации, я, честно говоря, не знаю. Значит, что я могу сказать? Стоит вся эта штука 5,5 тысяч рублей. Магазина где-то в среднем. Вот. Ну, не знаю.
надо брать не буду, дорого это или недорого. Честно говоря, уникал, хороший нож. Есть вещи, которые стоят дороже, как обычно, есть вещи, которые стоят дешевле. Сейчас, извините, я коробку беру в сторону, а сам достану, собственно говоря, то основной, так сказать, агрегат. Основной агрегат тоже располагается в пакете, весь из себя запечатанный. Ну, сейчас мы его все, конечно, достанем и посмотрим, что это у нас есть и как это выглядит. Ну, а потом покрутим на нем, в нем мясо. Мясо будет у нас, я думаю, говядина какая-нибудь жилистая, чтобы устройство показало себя как положено. Потому что испытывать мясорубку на, скажем так, на какой-то на свинине или курятине, это бессмысленно. Ту же курятину, извините, можно обычную ручную мясорубку очень быстро и замечательно прокрутить. Значит, что мы здесь имеем? Ну, шнурок питания, это понятно. Значит, сверху располагается переключатель. Значит, положение off переключается на реверс. И переключается положение on. Вот, значит, включили on, включили off, а реверс, он тут, похоже, просто, он просто нажимается вот таким вот макаром. То есть его туда нажимаешь, и машина пошла реверсировать. А на он вот включается как положено. Вот. С этой стороны, значит, у нас что тут? У нас тут есть кнопка, которая отключает, выталкивает, когда разбирается вся машинка. Значит, тут надо посмотреть, что. Ну, вот видим, что, значит, куда все крепится, это металлические вот направляющие здесь видны. Вот можно посмотреть получше. То есть, в принципе, вроде бы как все основные детали металлические, хотя вот сам крепеж тут, он пластиковый. То есть, вот эта вот вещь пластиковая, а вот внутри там металл. Как это себя покажет в эксплуатации, опять же, посмотрим в процессе эксплуатации. Вот, вот так защелкивается это дело. То есть до щелчка поворачивается. А когда назад отщелкнут, там в отверстие попадает, значит, надо нажать кнопку и повернуть. Вот оно снимается. То есть, в принципе, тут ничего сложного в сборе нет. Вот так. Вот, надевается это сюда. Так, дальше что у нас? Нож у нас вставляется вот еще. Вот, вот так это вставляется. Дальше здесь закрепляется. Ставить. Как же мы будем крутить мясо? Конечно же, нужен нож. Дальше вставляется подходящий диск. У нас он самый крупный. Так как остальные надо доставлять из пакета. И потом все это дело благополучно закручивается. Я думаю, что проще все собирать сразу же. Тут надо смотреть, и дальше все поехало закручивать. Ну, закручивать все достаточно просто и быстро. Вот все, собственно, собрано. Вот такая получается мясорубка. Как это все будет работать? Polaris 2,5 киловатта тоже написано. Тут вот вся информация, что это протеч. Все очень хорошо. Итак, эта модель у нас. Название PMG 2546. Ну, теперь дальше будет, собственно, самое интересное, это, конечно же, ее тест в деле, потому что, ну, внешне что, внешне это самая обычная электрическая мясорубка. Теперь интересно ее посмотреть в эксплуатации. Машинка собрана, мясо приготовлено. Для начала протестируем ее на говядине жилистой, на решетке с самыми большими отверстиями. Сейчас посмотрим, что у нас получится в итоге, как она будет с этим справляться. И поехали. Как видите, процесс пошел.
остановимся. Вот такой консистенции фарш получается. Сейчас попробуем то же самое проделать на свинине немного. Попробуем свинину, у нас тоже уже приготовлено под это дело. Потом, разумеется, попробуем это дело на другом фарше, на другой, точнее, решетке. Посмотрим, что получится. Запускаем такой получается свиной фарш. Вот, по консистенции можно сравнить с... Это у нас вот свинина. Это у нас говядина. Вот такая получилась. Курица получится, я думаю, совсем мягкая. Сейчас мы ее тоже протестируем. Курица получилась вот такой. Вот, пожалуйста, крупный помол. Вот такая вышла курица. Ну, как видите, справляется успешно. Дальше на фотографиях в текстовом обзоре будет, значит, протестировано все остальное на более мелких решетках. Посмотрим, что там получится. Ну, как видите, особо смысла нет. Значит, все прекрасно работает, все прекрасно будет, все быстро крутится. Даже вот с жилистой говядиной вполне успешно все справилось. Прокручено три вида мяса на трех разных решетках с тремя разными отверстиями. Вот получились результаты, которые сейчас можно посмотреть прямо на тарелках. Значит, спереди у нас говядина. Вот можно посмотреть самая крупная, вот чуть-чуть помельче, и вот совсем мелкая. Заметно, вот совсем мелкая очень прям хорошо так отличается, но вот это вот заметно меньше. На свинине заметно тоже очень хорошо. Вот прям, вот пожалуйста, это самая крупная решетка, это решетка со средними отверстиями, и вот решетка с отверстиями совсем маленькими. И на курятине тоже, в курятину тут немного попал свинина, но это мелочи. Значит, вот у нас получилось вот такой вот на решетке с самыми большими отверстиями, вот на решетке со средними отверстиями, и вот на решетке с самыми маленькими отверстиями. Вот такой получился фарш, совсем справился, причем говядину тестировали такую весьма жилистую, ну вот, благополучно все справляется, все у нас прокрутилось. Вот такая работа мясорубки Polaris. Спасибо за внимание.